Добрый день, дорогие подписочнички. В эфире потомственная гадалка на фитнес. Журавлева Екатерина. И сегодня сделаю расклад на грядущую фитнес-неделю. На неделю с 11 марта. По дням недели все обговорим. У кого что там на душе, все обсудим. Ох, пока вы сумочку спортивную собираете, давайте посмотрим, что нас ждет, что ждет наше тело, что ждет нашу душу, карты. Скажите, как лучше составить тренировочный план на неделю? Как будем распределяться? Карты, правду говорят. Мне-то что, конечно, понедельник. Вторник, среда, четверг, подождите, бессонница у нас, так, пятница, суббота и воскресенье. Так, хорошо. Ну что, посмотрим, что нам говорят карты. Завтра мы видим... 6, цифра 6. Вот, пожалуйста, вам, пожалуйста, цифра 6. Посмотрите внимательно. Не видно? Вот так видно? Да, цифра 6, пожалуйста. И мы видим, как мужчина платит деньги, ну вот, нищему. Явно он оплачивает персональную тренировку с тренером. Поэтому завтра будет правильным, как бы, ну, оплатить персональное занятие. Мы вот здесь видим, что тренера два, да, но нужно выбрать любимого. Но вот этот мужчина с весами, он решил, что... С весами, кстати, будете работать. Вот, он решил, что ему больше нравится вот тренер в желтом. Вообще, конечно, можно еще, знаете, как это интерпретировать? Если вы завтра будете еду заказывать вечером домой, то лучше заказывать Яндекс.Доставку, а не Delivery Club. Но может быть и по-другому. Я это вижу так. Как вы это увидели, я не знаю. Так вот, что значит мы видим? Мы видим, что завтра мы будем работать с весами. У мужчины в руках весы. Вот, не скупимся, платим персональному тренеру и занимаемся. Значит, первая тренировка на неделе у нас силовая тренировка с весами, со свободными весами. Да, я гениальная, мне кажется, боже, я такая вообще потомственная гадалка, не знаю, почему я не зарабатываю на этом. Вторник, король спектаклев, вот, пожалуйста, смотрим карту. Так, ну что вы видите? Что вы видите, пишите в комментариях, конечно. Значит, у мужчины нарядный костюм, это я вижу, и много винограда. Значит ли это, что во вторник надо будет прибухнуть маленько? Не исключено. Так, у мужчины в руках явно диск, да, от штанги, и явно какая-то вот еще палка, как будто бы гриф. Но не точно. Знаете, я вот как-то плохо вижу эту карту. Как будто бы вроде и интенсивная какая-то тренировка, да, должна быть. Но вот мужчина так как-то тепло одет, да, как будто бы можно и на улице позаниматься. Как-то дома вот вокруг здесь. И вид вот смущает виноград. Вроде, или это антиоксиданты. Сложно, подождите, что-то не идет карта. Так, что же во вторник? Так, ну в понедельник, давайте, может быть, оттолкнемся от понедельника. Вот здесь у нас работа с весами, со свободными, с персональным тренером. Значит, во вторник, ну, не нужна работа с серьезным каким-то весом. И вот тут как-то виноград смущает, а? Как будто бы что-то вот прям, слышу вот это, набухай. Но это же не может быть на раскладе, на фитнес. Ну, не может же вот это быть у меня. Поэтому это что-то не так. Как будто бы это функциональная, может быть, это функционально-силовая тренировка, как думаете? Может быть, вот напишите, как будто бы хочется и в диск взять, да, от штанги, и вот какую-то палку, типа вот бодибар, и вот как будто на нем цепь еще, вот, да, функционально, и сидит вроде, и тепло одет. Так, ну давайте на вторник оставим какую-то как будто бы тренировку, функционально-силовую, гибридную оставим,
тренировку. Ну, такую интенсивную тоже достаточно. Мужчина устал здесь, ну, он присел, видите. Вот. Ну и не забывайте про большое количество винограда. Вот. Тут либо антиоксиданты, либо вот что-то про набухаться. Ну, пока не могу сказать, сейчас посмотрим. А, нет, вы знаете, все сошлось. Вот среда, значит, мы видим, как мужчина, во-первых, 5 упражнений. Мы видим, как мужчина на костылях, у него явно болят ноги. И женщина тоже, вот босиком они выходят из тренажерного зала по снегу. Значит, о чем эта карта нам говорит? Во-первых, не нужно тренироваться так интенсивно 2 дня подряд. Зачем вы это делаете? Не надо, это точно было про набухаться. Не надо было во вторник, конечно, жару давать, надо было полегенько и что-то присесть один раз и сразу идти в бар. Дальше, что мы видим? Это о чем нам карта говорит? О том, что если вы припретесь без обуви в тренажерный зал, вот так вы будете из него уходить, как вот этот избитый мужчина и эта женщина. Вот, пожалуйста, вам. Вот оно, вам знамение. Я не вру, я говорю, что вижу. Понимаете, карты тоже не обманывают. Будете ходить в дрянной обуви, а то и в этих шлепанцах, сланцах, и вообще без обуви, будете огребать. Вот, пожалуйста, вам доказательство. Так что в среду выбираем себе хорошие спортивные кроссовки и приходим, делаем 5 упражнений. 5 упражнений. Каких-то явно вот люди бегут, это явно кардио. Скорее всего, это какая-то, я думаю, интервальная тренировка. Да, это интервальная кардиотренировка. В среду делаем интервальную тренировку. В обуви. Так, хорошо. Четверг. Четверг у нас что-то вот утреннее занятие явно нам не нравится. Посмотрите, цифра 9 здесь у нас. Какие-то тут мечи. Вот проснулся человек, у него тут одеяло со знаками зодиака, он на какой-то кровати. И вот он прям такой думает, черт. Опять идти на занятия. Ну, здесь, конечно, это явно утренняя тренировка, да, должна быть. Еще и вот эта 9, это, наверное, цифра интенсивности тренировки. Поэтому предлагаю в четверг сделать сложную кардиотренировку. Бег в гору пусть будет у нас в четверг. Да, вот это уклон. Уклоны. Это уклоны, а это человек, который пытается смириться с тем, что его ждет. Вообще хорошее расписание, да. Давайте еще раз проговорим. Получается, в понедельник у нас силовая тренировка со свободными весами с персональным тренером. Дальше у нас самостоятельная функционально-силовая тренировка. Дальше у нас интервальная кардиотренировка в обуви. И дальше у нас бег в гору в четверг. Так, смотрите. Паж мечей. Итак, у нас на пятницу мужчина на свежем воздухе стоит с палкой. Очень красиво наряжен, ему все хорошо, все нипочем. Явно, что он дышит, восстанавливается. Какая-то восстановительная тренировка. Вот тут колышется ветерок. Видно, что вот хорошо, ему птицы вокруг летают. Замечательно. Вот, пятница такая должна быть расслабляющая, воздушная тренировка. Много воздуха вокруг мужчины, ветер. Наверное, это, знаете, йога в гамаках, да? Что-то такое, или какой-то подвесной тренинг, вот что-то такое хочется, полотна какие-то воздушные, может быть, какие-то танцы легкие, или йога, да, дыхательные практики. Все подходит на пятницу, вот такое. Суббота. Так, ну, что мы видим? Мы видим, как мужчина и женщина пьют опять. Ну, это, конечно, протеиновый коктейль, но это не точно. Что прям протеиновый, но вот какой-то у них коктейль, явно завязалось у них знакомство, вот, мужчина в носках, вот в этих, которые с борочками, так не покупайте носки, покупайте спортивные, чтобы не было вот этого всего, вот, женщины, ну, тоже, да, ну, вот юбка в пол, ну, неудобно в этом заниматься, ну, что смеяться, наряжайтесь в спортивные вещи, конечно, ну, хоть волосы убрала, молодец тоже, значит, ну, что, в субботу приходим в зал, делаем групповую тренировку. Мужчины, приходите.
на какое-то занятие групповое, знакомьтесь с женщинами, женщины, знакомьтесь с мужчинами, отличный повод вам будет вот на фитнесе познакомиться. Ну, а само занятие должно быть не очень интенсивное, групповое, возможно, какое-то функциональное, может быть, какое-то такое тоже расслабляющее, как и в субботу. Ну, посмотрите, как вам уже... Так. А здесь, значит, смотрите, в воскресенье, ну вот я бы не сказала, что это выходной, мы видим, что, во-первых, воскресенье всегда, так, это вот явно дежурный тренер, вот дежурный тренер явно пришел в тренажерный зал после субботы вечером, вот с утра он пришел, и опять этот бардак, все засрано, все развалено, что-то половина всего сломана, что-то все заплевано, вот он стоит грустит в плаще. Что ему сейчас это все убирать. Это о чем нам говорит? Во-первых, если в воскресенье придете тренироваться, то обязательно помогите дежурному тренеру с уборкой. Ну вот все, ну это непорядочно просто. Ну что это такое? Ну все, все в бардаке. Во-вторых, о чем ты говоришь? Что никогда после себя бардак не оставляйте. Сделали упражнение, уберите. И вас наградит все Всевышние силы, отзовутся. Вот, грустит, видите, мальчик, не хочет убираться. Ну, тоже, что грустить, ну, работа у тебя такая, иди, поубирайся. Ну, также, знаете, вот здесь вот воду видно, воду, как будто бы можно даже в бассейн сходить, если он у вас в клубе есть. Итак, резюмируем. Понедельник, занятия с тренером со свободными весами. Посмотрите, тренеру побольше денег дадим. И если заказываем еду вечером, то заказываем в Яндекс доставке, а не в Деливере. Хорошо? Хорошо, молодцы. Дальше. Вторник. Интенсивная тренировка, но самостоятельная. Наряжаемся как король. И берем диск, берем бодибар или какую-то палку типа гриф и делаем функционально-силовую тренировку. Самостоятельно. В среду у нас кардио-тренировка. Если придете без обуви, то получите. Вообще плохо оденетесь и гребете. Делаем 5 этапов. Кардио-тренировка интервальная, высокой интенсивности. С подружкой можно. Самая интенсивная тренировка у нас выпала на четверг. Там у нас бег в гору. 9 этапов. Вот с утра лучше сделать. Принятие произошло, чтобы у вас... Восстанавливаемся в пятницу. В пятницу дыхательные практики или йога в гамаках, или что-то вот такое, вижу, воздушное, легкое, чтобы вот раз, такая свежесть, чтобы вот прям была. Дальше в субботу приходим в зал, чтобы знакомиться с женщинами, женщины с мужчинами, посещаем групповые тренировки, пьем протеиновые коктейли. И если приходим в воскресенье, то помогаем тренеру с уборкой, а если не приходим в тренажерный зал, то идем на плавание. Это сказали карты. А как тренер могу пригласить вас в свой телеграм-канал, чтобы просто спикрать совершенно законно, совершенно бесплатные тренировки на неделю. Все протоколы будут выложены в виде таблиц в одном посте. Вы даже сможете их сохранить и своим клиентам отдавать, говоря, что это вы придумали. Вот классно я придумала, правда? Всем спасибо. Ставьте обязательно лайки. Но самое главное, что вы должны сделать, это подписаться на мой великолепный канал с бесплатными тренировками и раскладами Таро на фитнес. С вами был ваш самый любимый тренер и потомственная гадалка Екатерина Журавлева.